Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра TerraTech, и мы продолжаем играть и развиваться в этой великолепной игре. Хотел сказать вам спасибо огромное за ваши комментарии. Очень много вариантов всяческих, как назвать вот этот вот корабль пустынный. Сейчас он пришвартован. Очень множество, очень. Почему-то все на Ямато, очень много Ямато предложили. Ну, это не то. Это совершенно не то и не подходит этому устройству. Были какие-то варианты типа каких-то пустынных странников, да, еще что-то типа такого. В принципе, подходит по тематике, да, то есть это пустынный корабль, именно так я его, в принципе, характеризую, потому что, ну, он, в принципе, может как бы только плавать только в пустыне, потому что в горы он как бы не сможет залезть, да. И сложно было выбрать, честно скажу, не скажу, что мне прям какой-то вот прям цепануло, но все-таки есть название, которое мне более-менее понравилось. Только вот у него как бы два автора, да, то есть SCP-класс Кеттер, назови его пустынный кочевник. Вот пустынный кочевник как-то не то, а вот лучше просто кочевник, Лев Муч или как так, вот я с этим соглашусь. И вот назову я его именно Кочевник, и в этом выпуске он будет под видео там лежать, ссылочка на скачивание этого Кочевника. Ну, он и реально Кочевник, потому что он медленный, он неповоротливый, он с места на место медленно перебирается, да, и тому подобное. Так что, наверное, все-таки подходит именно Кочевник. И сегодня мы будем с вами крафтить и создавать новое устройство, которое будет именно ездить и выполнять задания. Потому что все-таки Кочевник, он, ну, не для этого. Но перед началом поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если подписались, то обязательно нажмите на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Давайте начнем. И вот здесь вот, конечно, меня очень все многие, ну не многие, но несколько людей написало, что построй с новыми колесами. Мне вот мега большие колеса Bigfoot не очень нравятся. Они уж слишком какие-то уродские, слишком не подходят по размерам к атмосфере игры. Но вот эти колеса еще более-менее нормальные, они, мне кажется, более подходят. И сейчас, наверное, я попытаюсь построить сначала какую-то платформу. Наверное, так будет правильнее, потому что, честно говоря, я с этими колесами еще ни разу не ездил, ничего с ними не делал, и поэтому хотелось бы как-то их протестить, что ли. То есть, как-то их, как бы это сказать, пощупать, наверное. Так, ребятки. Во-первых, вес, да, очень непонятно, сколько эти колеса могут держать вес. И вот здесь вот, допустим, я построил такой какой-то на автобус, желтый автобус почему-то мне напоминает устройство. Ну, вот какое-то такое вот устройство. И посмотрите на заднее колесо, видите подвесочку? Вот, видите подвесочку? И видно, что, чувствуется, что эти колеса еще не доработаны. Но посмотрите, ну такой вес при таких колесах, ну не может вот так вот двигаться. Это же как бы странно, да, то есть, ну серьезно, это странно. И подвесочка здесь не такая прям сильная, то есть вот видно, что вот такое количество колес, по крайней мере, не хватит. Ну, то есть, надо либо опускать колеса, да, то есть, либо, ну, не знаю, что-то другое делать, потому что, ну, так вот не канает. Давайте попробуем вот так вот. Вот так вот попробуем. Не смотрите, может быть, я количество этих, как его, батарей-то уменьшу, просто сейчас это тесты, всего лишь тесты. Так, и вот, собственно, вот так вот. Ну, вот смотрим так, ну, вот все равно видно, что задняя часть, она как бы просел, но так более комфортно. Реально, какой-то автобус. Вот желтый такой, американские автобусы же есть вот такие. Вот почему-то мне напоминает. Еще, кстати, есть Bigfoot, реально же Bigfoot. Желтый автобус он гоняет тоже вроде бы, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю. Не знаю, ребят. Такое, в общем, эти колеса, честно говоря, выглядят они как-то, ну, простецки, что ли. Так, следующее включение. Я построил платформу, которая меня устраивает, по крайней мере, да, то есть. И первые намеки на боевую пан, ну, как бы, задачу. То есть, платформочка получилась офигенная, вот честно скажу. Но у меня до сих пор сомнения по поводу вот этих колес, ребята. И эта серия будет прям вот с данного момента, эта серия будет... мой вопрос к вам, вообще используете ли эти колеса? И вот сегодня мы посмотрим, да, вы сделаете свои выводы, я тоже для себя сделаю свои выводы. Пишите, в общем, в комментариях, нравятся ли вам эти колеса, стоит ли продолжать строить на них. Но мы сегодня построим, обязательно построим.
В общем, ладно, давайте, что я в первую очередь сделал? Я, ну, вот так вот как-то у меня. Вот такой вот таранный механизм сейчас у меня. Очень сложно устанавливать вот эти вот стенобитные штуковины, тараны, я не знаю, как это, как они правильно-то называются. А, ну, здесь даже нету еще перевода. Очень сложно их устанавливать, потому что у них только снизу как бы установка, по бокам нету. Сами они очень длинные и широкие, то есть, ну, в 4 блока шириной, да, 4, 2 на 2, точнее. И это, блин, ну, занимает очень много места, но вроде бы я, у меня получилось впихнуть, установить все дела. И еще вот так вот, я не знаю, вот ставить так буры или наверху пушки поставить, я пока что оставлю с бурами, а дальше мы посмотрим. И вот два варианта сегодня будет. Но они, вот эти колеса явно еще не доработаны, ну, не может быть такой вот вес, да, и они так типа, вау-вау-вау, типа легко... Прям на месте он такой, видите, крутит. Нет, они еще не доработаны и явно с ними еще будут работать. Но ладно, мы их поиспользуем. Все равно даже вот на данном моменте, да, то есть видно, что колеса все равно, конечно, не очень сильные. У меня жопа провисает, видно, что конкретно провисает. Хоть я и поставил там ховер-плиты, все равно провисает. Но как бы ладно. Стоят турбины, спрятаны вот таким вот образом. То есть у меня даже вот... Как-то так вот, то есть получается, если мы сейчас вот так вот давайте попробуем, ну-ка. Вот так сейчас, оп-оп-оп, немножечко еще и... Нет, не раскачивается, да? Но передок точно у меня прыгает, прям как этот, прям вот... Даже я даже не знаю, как его назвать-то. То есть, видите, он прям вот... Прям вот... Прям ух! Ну, в общем, ладно, это ерунда, все... Вот такой вариант пока что устройства. Сейчас я постараюсь еще навалить пушки, потому что в этой серии я бы хотел еще подраться и поэкспериментировать, ну, с разными вариантами. Так, сразу могу сказать, отказался я от буров, точнее от лазеров, которые были направлены вниз, потому что толку от них нет никакого, то есть урона никакого нет. Мы либо залезаем вот этими двумя на какое-то устройство, и, то есть лазеры не работают, то есть, ну и все. Либо вот этих двух штук хватает, поэтому сейчас я здесь буду устанавливать просто какую-то установку, которая будет разрушать у меня все вокруг. Ну что ж, ребят, вот на данный момент это получилось вот такое вот устройство. Вот так вот пушки я по бокам расположу, потому что получается, если я буду ставить вот так вот, допустим, поверх, да, то слишком высоко получается, и все враги, которые подъезжают вот на такое расстояние, эти пушки уже, ну, то есть вот их самый высокий уровень, да, это вот, то есть чуть-чуть они могут там опустить, по-моему, вот, что дуло будет вот сюда, вот, ну, ствол. Это пока что намек, то есть, ну, как сказать, не намек, а, ну, первый вариант, что ли, так скажем. Я даже, наверное, его давайте сохраню на всякий случай, как... хотя меня все равно восстановить не из чего будет. Так что давайте покатаемся и посмотрим, что вообще можно с ним сделать. Сначала у меня стояли ховер-плиты снизу, потом мне не понравилась вот эта прыгучесть транспорта. Но в итоге, оказывается, это даже не из-за того, что транспорт именно такой прыгучий, а из-за того, что колеса такие. То есть именно колеса, они просто здесь, ну, нереально прыгучие, поэтому, как бы, наверное, пускай будет так. На данный момент пускай будет так. Кстати, я еще одну вещь хотел поставить, вот сейчас вот вспомнил. Во-первых, ну, батареи я вижу, хотя нет, мне бы, наверное, все-таки куда-то... Давайте, знаете что, мы здесь вот установим вот так вот батареи, сейчас баки вот так вот прям, вот, ну, давай, ну... Вот так вот баки поставим. Конечно, вентуровские бы желательно, но вентуровских нету. И вот здесь вот, сейчас, вот здесь вот, я вспомнил, уже хотел это сделать, нет. И здесь мы сейчас установим как датчики. Вот так вот топливо будет в баках у нас проверяться. В принципе, смотрите, вот здесь есть у меня где-то, сейчас найду, где-то были. Вот, указатель уровня топлива, но он не работает, ребят, он не работает. Также есть указатель уровня батареи, но он тоже не работает. Проверяем на всякий случай. Видите, ничего нигде не появилось, никакого уровня батареи у нас нету. Ну, пускай пока что здесь стоит. И, в принципе, давайте защитите машинку во время атаки. Погнали. Ну, ускорители вы видите, у меня сколько стоит их, в принципе, хватает, чтобы разогнать вот этого громилу до... 81 мили в час. Блин, я какого-то странное устройство сейчас буду защищать. Ну и сразу же миссия на защиту. С малышами. Просто залп. Труп, залп, труп. Главное, чтобы стволы успел... Вот
Главное, чтобы снаряды успевали наводиться. Все. Все остальное вообще по барабану. Стволов столько много, что прям вот, ну, вообще до безумия, конечно, мощность растет огромная. Бэм! Но также еще стоят, а снизу я поставил лазеры, чтобы сначала здесь щиты стояли, потом я поездил, понял, что это очень высокий подъем для транспорта, для этого. И вот опять я вижу, вот здесь вот колесо что-то очень сильно уж ударяется. Ну-ка, подальше отъедем. Вот видите, оно практически сразу красным стало, видели? Вот это меня пугает, я боюсь, что с этими колесами здесь выйдет косяк спереди. Нет, у меня очень мало блоков, на самом деле. Я не могу поставить какие-то щиты, да. Не могу поставить какие-то... Так, что у нас? Не могу поставить другие, то есть не могу хавки, щиты поставить. Вот, видите, пушки вот по бокам. Бэм! То есть не могу хавки, щиты поставить. Не могу вентуровские щиты поставить маленькие. И, ну, это печально, конечно. Бэм! Сзади тоже стоят две таким образом пушки. Ну, понятно, для чего. Просто... чтобы уничтожать, карать, наказывать. Бам! Тут просто он встал на секунду и труп. Так, и, ну, все, вроде бы все. Давайте это сохраняем. Это уходит у нас вот так вот. И что у нас здесь дали? Какие блоки дают? Вентура, это хорошо. Вау. Вау, тортик. Тохтик. Это же тохтик. Так, и дали колесо. Это у нас колесо Формулы-1. Но вот, опять же, я говорил тысячу раз про, как сказать, нужное... Ну, как бы это правильно высказаться-то? Как вовремя дали мне маленькие колеса. Вот, об этом речь идет. Так, ну, давайте черную дыру, соберу блоки, и мы убьем вот... Хотя давайте, пока собирает блоки, мы вот разнесем вот это устройство. Очень такое, очень странное. То есть, видите, у него внутри пушки... То есть внутри у него пушки. И довольно-таки интересно. Притом у меня, смотрите, видите, мои вот эти вот, ну, как бы тараны, я не знаю даже, как их назвать, они именно туда, вовнутрь. О, господи, как его разнесло. Именно вовнутрь залезает. Вау, там еще, блин, устройство за устройством. Интересные, прям, посмотрите. Ну, конечно, тут даже весь прикол, что мое вот это устройство, оно настолько мощное. У него у колес нету никакой стабильности. В том плане, что... Блин, видно, я прям как толкаю его вот этими ударами. Ну, слишком, конечно, высоко, но... Ребят, ну... Надо понять, что вот эти вот штуковины у меня стоят, чтобы истреблять именно гигантов, а не малышей. Так, куча всяческих блоков. Но я вот это... Я даже собирать не хочу, серьезно. Я сейчас буду собирать только уже новые вентуровские всяческие блоки. Хотя там... Да ладно. Вентуровские блоки и тому подобное. Как видите, устройство еще не полностью доделано. Тут очень многое... Ты серьезно? Проехали. Тут очень много места еще можно использовать, но, опять же, говорю, что нету у меня всех блоков. Есть, отлично. Че, погнали найти ящик доставки. Я бы, наверное, еще скорости, вот единственное, что я бы сделал, я бы, наверное, еще скорость увеличил. То есть вот, вот это хорошо. Вот это прям очень хорошо. Единственное, что я бы поменял еще в данный момент, это вот это вот. Так, вот так вот. Я даже не буду сейчас заряжаться. У меня только одна полосочка. Тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12. И внизу 5, 12, 22 большие батареи стоят. 22, ребят. Это очень много. И, блин, давайте, пускай он подъедет к нам. Хотя мы снизу. О, это, кстати, это такой чувак. Он ну, может. Вся фишка в том, что у него вот эти вот пушки, да, то есть, ну, они же наносят урон, понятное дело. Только посмотрите, весь прикол в том, что как раз такими этими вот таранами, да, я уничтожил у него практически все пушки передние. То есть я лобовуху ему просто разнес вообще вот в ноль. Давай. Ну, еще немножко. Ну, что-то мешает заехать. Не понимаю, что. Ну, все. Ну, то есть вы видели, да? То есть вообще... На раз и два. Вот серьезно. Здесь я, конечно, соберу все блоки, потому что, ну, блин, такое большое количество блоков не помешает. Плюс вот эти вот здоровые пушки. Вдруг я буду все-таки делать огромный какой-нибудь фрегат или еще что-нибудь такое.
Ну, давайте, собирайте все блоки, и мы поедем дальше, потому что там вот потестить. Блин, на самом деле колеса, конечно, шикарные. Вот серьезно шикарные. Единственный минус, вот это прыжки. Ездят они просто шикарненько. Видите, у них нет никаких проблем. И я не вижу, чтобы они вот сейчас при таком весе устройства, они как-то, ну, как-то бы искрились, да, или что-то. Да, это все круто, но, ребят, это экспериментальная версия. Это экспериментальная версия, об этом не нужно забывать. И поэтому я как-то скептически на них смотрю, потому что они сейчас слишком, не то что имбовые, но они очень хорошие. Они очень хорошие. Ну-ка. Бэм! Бэм! Все, два выстрела. Первый это сломать щиты, потратить батарею. Второй это уничтожить само устройство. Единственное, что, да, конечно же, устройство тоже тяжелое получается. Это факт. Но вот видите, я вообще еду и просто вот ни о чем не беспокоюсь. Ну, будет нападение? Нет, не будет. Мне всего лишь дали блоки, но здесь зато могут экспериментальные блоки дать. Хотя, понятно. Понятно. Так, вон еду вон к тому дядьке и понял минус колес на данный момент. Они вообще не выдерживают столкновения. То есть я сейчас на 70 милях в час врезался в камень, и колесо развалилось. Просто серьезно. Так что надо быть осторожней. Ну и черт, не успел я. Ну ладно. Видите, уже колесо отвалилось одно у меня. Вот здесь вот развалилось. Блин, у меня этих колес-то не так много, чтобы прям вот ими так разбрасываться-то. Серьезно, ты чё? Почему оно отвалилось вообще? Это по мне В общем, что-то непонятно с колесами пока что творится с этими. О, у меня еще одно колесо. Видите, отвалилось. Ух, что-то мне даже страшновато. Да реально, колеса, просто тупо колеса растерял. Ну, не знаю. Не хватает... Хотя не хватает блоков, я бы более... Хотя нет, они на регенерацию попадаются. В чем прикол? Не понимаю. Непонятно. Непонятно, в чем прикол. Серьезно, с этими колесами. Посмотрите, как рампа здесь появилась. В деревьях. Ну вообще, очень круто. Ну ладно, у меня на самом деле мир создан в более поздней версии, поэтому... По крайней мере, фикс того, что рампы появлялись больше на плоских... территориях там был, и поэтому у меня как бы он не работает. Так что в какой-то версии все-таки придется еще раз заново начинать. Но ничего страшного, ничего страшного. Начало это всегда прикольно. Так, давайте попытаемся еще одно задание взять какое-нибудь хотя бы. Потому что с заданиями здесь прям... О, хищная птица. Это же территория Хавкей начинается, ребятки. Это хорошо, наконец-таки. На самом деле вот на этом громиле... назову я этот проект «Большая мамочка». Или нет, давайте «Большая Берта». Вот реально. Мамочка типа, ну, слишком как-то это. «Большая Берта», вот серьезно. Назовем его этот проект «Большая Берта». Типа такой толстая. Ну, типа такая пышка. Такая, но с характером, с гонором. То есть всего своего всегда добивается. То есть и тому подобное. Да, наверное, проект «Большая Берта». Вот так и назову я эту серию. Ну, а здесь у нас, собственно, коалиция Хавки появляется. Это на самом деле очень круто. Я уже вот прям соскучился по Хавке, и мне прям уже не хватает очень сильно, прям, я бы сказал даже. Ой, на меня сейчас нападут. Как же страшно. Бэм. Ну нет, смотрите, залп пушек-то выдержал. Нормально. Они все стреляют изо всех сил. Я бы еще каждое колесо под этот, как его, под защитный купол запихал. Вот серьезно. Вот почему-то у меня такое желание есть. И дается нам, конечно же, пушки. Все это коалиция Хавки. Ну, вообще всегда круто. Вот эта коалиция, которая новая. Так, а где сундучка нету, что ли? Нету сундучка? Ну, слишком много, наверное, и так, типа, еще и сундучок. Последняя сегодня миссия для Большой Берты. Или для Берти. Можете ее нежно и ласково называть Берти. Но я буду называть Большая Берта. Каспийский груз, ребят, давайте. Да, все что... Контент, ей. Ну ладно, окей, хотя бы. Блоков-то достаточно много, на самом деле. На этом я буду заканчивать. И я не прошу вас дать название этого устройства. Я его сам назвал, потому что это все-таки устройство, ну,
проект, именно проект, потому что я здесь тесты провожу, и оно еще не закончено. Его нужно дорабатывать. Я бы здесь поставил двигатели хавки, батареи хавки, потому что, смотрите, вот, ну, допустим, вот здесь вот сейчас вот идут такие вот плоскости, да, то есть на которых держатся пушки, и вместо них я бы использовал батареи хавки, тем самым у меня больше бы топлива для, то есть движения на реактивных двигателях было, и плюс... сами бы реактивные двигатели я бы тоже здесь вот, допустим, расположил. Как минимум два двигателя я бы мог уже расположить. Понимаете, и вот здесь еще очень дорабатывать множество можно. И устройство не закончено, и оно, ну, как бы еще в разработке. И будет еще достраиваться и достраиваться в течение всего, так сказать, летсплея, наверное. А может быть и нет. Про форт, который вы очень-очень хотите, ребят, он будет строиться только на стриме, потому что, ну, на серии не хватит времени, либо она будет слишком урезанной и неинтересной. Так что спасибо всем за просмотр, всем всего, удачи и пока!